мы вышли на прогулку, едем в автобусе. Вот так вот спокойно с коляской можно заехать в автобус. Вот. Они у меня такие деловые оба. Зехрашка, ты деловая, да? Деловая мамина девочка. Осла на улице — сама серьезность. Его не заставишь даже улыбнуться. Погода, в принципе, хорошая, теплая, но немножко дует ветерок, и дело к вечеру, поэтому я одела на них пожакеточки. Пожакету. Иди, стой такой, стой, мой минишечка, пучи-пучи-пучи. Иди, стой, да он там болтает. Стой, ты болтаешь. А мы едем в центр города, на площадь Конок, к морю. Измир, в принципе, собственной персоны. Лизулечка собственной персоны. Для кого-то это сюрприз, для кого-то нет. Зуля в этот раз решила полететь с нами отдохнуть, посмотреть еще раз Измир. Она соскучилась по Измиру. Я, конечно, всегда рада принять у себя Зулечку. Сколько она останется, не знаю. Сколько она захочет, столько останется. Так. Как всегда, музыка, песни и пляски. О, точно пляски. А ну-ка, поснимаем. Красавица просто. Ну и наша башня, ее наконец отреставрировали. Реставрировали очень долго. Вот, закончилась. В принципе, все то же самое вроде как, но только более новее. Голуби местные, как же без них? Скоро подрастут мои лапусики и тоже будут гонять этих голубей. Ну вот как вот этот мальчишка. А я раньше всегда злилась на детей, которые гоняют голубей. Ну, когда они едят, особенно если птичка ест и гоняют, я злилась на это. Наша красивая башня, красавец. Да-да, знаю, что голуби разносчики инфекции, но что поделать. Сынуля уснул, а дочь барыня за всем так наблюдает. Зехрашка, солнышко, она хочет спать, мамино, дудуська, мамино, ты спать хочешь? Давай, мама, уложи. Давай уложу. Моя самая красивая девочка. Самая умная моя девочка. Решила заснять вам поближе башню. Не все же видели. Здесь можно помыть руки, лицо. Здесь всегда идет вода. По крайней мере, раньше шла. Вот. Здесь таких краников много. Подсветка. Ну, здесь, конечно, закрыто все. Фиг проберешься. Кто-то попил водичку и бросил пластиковые стаканы.
наша красавица. На турецком это называется садку, если часовая башня. Собачка спит. Солнышко садится потихонечку. Какой красивый закат. Аслан! Боролся за этот шарик, боролся, и теперь отпускаешь? А? У него обувь новая, ему ходить неудобно. Неудобно ходить, Аслан? Топи-топи. Ну, напротив солнца тетя Зуля тебя снимает. Аслан. А тут война. Война за шарик. Где ему такой второй шарик? Ты вредина? Вредина ты? Вредина? Почему ей дали, а мне не дали, говорит он. Ушел, ушел, Аслан, ушел. Зехра. Зехра, не увидела птичек, да? Принцесса! Потихонечку добрались до берега моря. Измир. Наш красавчик Измир. Честно, как в этот раз, я, наверное, никогда не скучала за Измиром. Станция Кона, где отсюда отходит паром. В данный момент будет отходить на сторону Каршияка и на Бостанлы. Наше море. Но мы не пойдем в ту сторону, мы пойдем в другую, в обратную. Деткам взяла семит. Это местная булочка кругленькая. С удовольствием вот едят оба, представляете? Они у меня вообще любят хлеб, булочки, такие вещи. Ну, я стараюсь особо не давать, но все равно. Уська едят. Тутоська моя, тутоська мамина, тутоська мамина, тутоська. Синуля, у них сейчас вообще практически нет аппетита, поэтому я все, что они едят, все им разрешаю кушать. Конечно, без химии. Да. Мы пойдем в эту сторону. Для тех, кто соскучился за Эгейским морем, ну, пожалуйста. Прошу прощения, я жую булочку. То, что детки не доели. Семит. У тебя другой, у тебя с кунжутом. Я такой не люблю. Я люблю, который детям взяла. Булочка? Да, он просто без кунжута, без ничего, чуть-чуть мягковатый. Вдыхаешь запах моря, да? Просто любовь, любовь. У тебя, по-моему, с первого взгляда с Измиром любовь. Да. С первого взгляда. Я говорю, я как в этот раз никогда не скучала за Измиром. В этот раз я прям умирала, хотела домой. Я тоже скучала в этот раз очень сильно. Ну, как бы обычно тоже так могу, да, а этот раз прям каждое движение, все я вспоминала. Измир, Измир, Измир.
Слушай, как хорошо, что я на них одела жакет. Здесь так дует. У меня мурашки прям. Люди отдыхают, как обычно. Здесь с этим вообще проблем. О, тоже двойня, что ли? А, смотри, двойная коляска. По-моему, двойня. Или это погодки? А, у них погодки. Закат красивый очень. Вот паромы. Красавицы местные. Утю-утю-утю! Мама как мечтала тебя снять на видео здесь. Посел. Аслан! И солнышко! Солнышко! Мужчина мамин! Маленький мужичок! Под ноги не смотрящий! Раньше не было здесь вот этих вот яхт. Я до сих пор жую. Появились за последние 3 месяца. Мои любопытные малыши. Малышня. Что такое? Чтобы отобрать друг у друга. Каждый хочет быть на руках, этот хочет бегать. Ну ничего, придет время, она тоже будет бегать, вместе будет бегать здесь. Мой сын занят. Собрал где-то вот эти визитки. Где-то я знаю, где он их взял. А мы напротив корабля Зубейда Ханым. Это корабль-музей в честь мамы Ататюрка. Пойдем, сынуль, пошли. Ты на массаж собрался? Ну давай. Лиза делает массаж. Или Лиса. А здесь ползать нельзя. Опась! Я говорю, пока мой сын занят, надо снять хоть что-нибудь. С детьми куда-то выходить очень тяжело. У них такая сегодня истерика. Я уже не знаю, что с ним делать. Хотели просто попить чай. О том, чтобы покушать, речи нет. Они перевернули все здесь. В итоге Зуля сидит за храшкой, ее отвлекает. Я в итоге уже разрешила сыну сахаром играть. Деваться некуда. Ей тоже рассыплю одну штучку сахара, пусть поиграет. А что делать? Что делать? Выхода нет, они не дают нам спокойно чай даже попить. А ну-ка. Вон тут второй рукав тоже приподними ей, пожалуйста. И что-то ей не привлек этот сахар. Ее бумажки больше привлекают. Давай лучше вот так. Ну, я сейчас твои рукава бантиком испортится. Зато Аслану весело. А Аслану интересно. Сколько сейчас пьем? Так, быстренько пьем чай.